моя несравненная леди. Ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. Вы представьте себе, что звезда из созвездия лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкой письма читает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя? Я тебя проморгал и не понял, где подружка моя? Разошелся с тобой на пути, где гитары бренча прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди. И беспечно я лил на баранину соус кимали, и картинки смотрел по утрам на обоях чужих. И считали, что счастье является качеством лжи. Одиночество швалось со мной в волнистых витринах, отражалось печальной фигурой в потертом плаще. И в пустынных вагонах метро я летел через годы, и в безлюдных портах провожал и встречал сам себя. И водили со мной хороводы одни непогоды, и все было на этой земле без тебя, без тебя, без тебя. А кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И надеясь на старого друга и горные лыжи, я пока пребываю на этой безлюдной земле. Сравненная леди, ледокол мой буксует во льдах, выбиваясь из сил. Дорогая подружка моя из созвездия лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся. Спасибо, друзья, это меня зовут Андрей Новиков, группа «Площадь Восстания». Мы с вами на трехлетии культурного центра «Сердце», и на эту сцену я хочу с большой радостью пригласить человека. Вы знаете, когда говорят, что в сердце охренительная атмосфера, в сердце... Это не пропаганда. В сердце охрененно все, у меня есть. И у меня есть. Значит, с двух стволов будешь пить. Нет? Ну, здрасте, приехал. Ну, угости кого-нибудь. Я у него заберу. Когда говорят об атмосфере... У него залушка нет. Бокал как минимум красивее. Говорят, конечно, о вот, ну...
такой вот глобальной историей. То есть есть вещи, за которые отвечает много-много людей в нашей команде, чтобы все хорошо звучало, чтобы все было красиво, чтобы стулья не разваливались, чтобы на подходах не спотыкаться, потому что песочком посыпано, да, чтобы туалеты спускали, а вы знаете, вот я... Он намекает, что все этого я не делаю. Но в клубе есть атмосфера. И вот за атмосферу в этом клубе отвечает Леонид Новиков, прекрасный арт-директор. А что ты не хочешь на моей гитаре поиграть? Вы мне подарили гитару, я люблю играть на ней. Теперь это как бы моя гитара. Давай сейчас перепнемся. Все же есть. Нет, мы вдвоем играть не будем. Мы вдвоем играть не будем.